Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei P30 Lite сбросить настройки сети. Переходим в настройки, система, сброс, сброс настроек сети. Учтите, телефон забудет абсолютно все пароли и подключения к Wi-Fi, так что если вы не помните пароль, например, от вашего домашнего Wi-Fi, то я бы не советовал сбрасывать данные настройки. Но если вы совсем согласны, то нажимаем «Сброс настроек сети» и подтверждаем наши действия. Настройки сети сброшены. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!